Приветствую тебя, дорогой Миша. Приветствую тебя, дорогой Тризовец. Дорогой Тризовец, Виссарион меня с тобой познакомил, и я счастлив. Потому что я от тебя услышал такие уникальные вещи, которые нужны всем. Потому что ты мне вдруг рассказал о том, что, оказывается, ребенок, он просто в таком положении, когда надо просто достучаться до него и говорить на общем языке. И ты занимаешься этим. То есть ты знаешь, как... И ты мне привел такой пример, как воробышек, или когда птичку учат летать, вдруг она споткнулась. Ну, расскажи, Мишенька, об этом. Значит, ребенок – это тот же птенец, да? И когда птенца спугнешь с гнезда, он не вставал на крыло, то он падает и весь трепещется, пытается летать. Набирает высоту и хочется ему подставить ладонь. Ну давай, пошел. То же самое с ребенком. Так. Вот как тот самый птенец, который набирает высоту. И надо не отбить у него желание лететь. То есть что надо сделать, вот чтобы с ребенком, чтобы у ребенка развивалось ощущение уверенности, способности мыслить, творить, созидать, общаться? Что нужно сделать? Значит, у него с рождения проявляется самость. Я сам, я могу. Так. Нужно способствовать вот этому процессу и поддерживать его. То есть, например, как это проявляется, самость? Как это? Как сам могу? Сам. Вот, например, я могу. Но сам он, когда, так сказать, видит своих родителей, он пытается сам повторять то, что они делают. Ну ты ребенка какого имеешь в виду? Ну 3 года, 4 года. От любого ребенка он с рождения, он пошел в год, он уже вот эту самость проявляет. То есть он говорит, я сам, да? Вот он как-то... Он не говорит, я сам, он еще говорить не может, но он начинает стремиться к тому, чтобы идти. Так, и в этот момент, чтобы с ним наладить и понимать его, и чтобы он... То есть общий язык, чтобы найти... Что нужно сделать? Ну, молодец, умница. Пошел потихонечку. Давай. Вот это приветствовать его, способствовать вот этому движению. Хотя он может выходить, начинать с четверенек. Так, ну... Выходить на две ноги. Можно протянуть ему руку. Давай вместе пойдем. То есть способствовать, мотивировать его на вот это вот самость, проявление самости. Я сам, моя могу. Чтобы он ощутил, как тот птенец, что он может встать на крыло и лететь. Понятно. То есть, полета должен ребенок... И надо хвалить его за хорошее чаще, чем ругать за плохое, да, чтобы... Надо, вот... Ругать его вообще не надо, даже если он не прав, молодец. А молодец. Как? Теперь да. Давай посмотрим, а, тогда, прав, я имею в виду не прав в плане ответа. А, главное... ответа. Да. Если ты, допустим, пытаешься с ним говорить, ты ему сказал, например, тумбочка какого цвета, а он говорит, допустим, коричневая. А ты говоришь нет, то есть так не надо говорить, да, нет. А какие ты цвета еще знаешь? Вот такие. То есть ты задаешь ему вопрос, чтобы он все-таки дал какой-то положительный ответ, на который ты опираешься и его хвалишь. Ну да. Дальше главное, чтобы он обосновал вот это. Если коричневый, то почему? Объясни почему. Хотя тумбочка может не коричневая, только объясни почему. Да, то есть не говори, что ты дурак, там ты ничего не понимаешь. Зачем? Это как раз антивоспитание. Это антивоспитание. Руки опустятся просто-напросто. Правильно. Надо всегда в нем поддержать его способность мыслить, его способность стремления к общению. Да, ну вот на этот счет, когда первый раз я с пятилетками, так сказать, встретился, даю задачу, есть для решения задачи, есть такое понятие, как использование ресурсов. Так. В этой задаче главный ресурс такой-то. Вот задаю вопрос, вот даю задачу, да, какой здесь главный ресурс? И ребенок отвечает, их заставляет отвечать полным ответом. В этой задаче главный ресурс, я смотрю, он сейчас разревется. Это в находке. Происходило в находке на первой встрече вообще с детсадовцем. Да. Ну давай, успокойся, садись, он съел, ну давай. Смотрю, идет опять на взлет, руку поднимает, идет на взлет, давай. В этой задаче главный ресурс – мысль. Так. Вот это главный ресурс я услышал впервые у пятилеток.
взрослых я не ребенок, получал ребенок тебе ответил, что главный ресурс в этой задаче – мысль, да? Да, вот главный ресурс, вот тут я обалдел, потому что потом… А я тоже сейчас обалдел, я, да. Я понял, что я не с той аудиторией вообще занимаюсь. И ты стал заниматься детьми, ну, да? Я приехал, вернулся в Норильск и стал искать, кому это надо, кому это интересно. Пришел к заведующей управления детских дошкольных учреждений, рассказываю ей, она говорит, а почему… Этим не занимается Академия педагогических наук. Я говорю, вы знаете, я электрик сам. Чем занимается Академия педнаук, я понятия не имею. Но она, наверное, не знает просто-напросто об этом. Ну, она трезво не знает. Нет, Академия педнаук знает. Слушай, меня знаешь, что поразило? Я же хочу создать мозговой штурм, я тебе сказал, чтобы всех наших участников школы «Человек будущего» Homo Futurus пригласить на обсуждение и создать идею решения глобальных проблем человека и человечества, чтобы сократить кризисы и войны, потребность в лекарствах, вот это вот повсеместное манипулирование в этой ситуации неопределенности, чтобы люди разрознены, они все подчиняются всяким каким-то невероятным командам, вот погоду, климат портит и так далее. Ну, что-то происходит. А ты говоришь, это неправильно, мозговой штурм, надо называть коллективный разум. И я тогда тебе говорю, Мишенька, я интуитивно к этому пришел, потому что я, когда рисую картины какие-то, я говорю, включаем коллективный разум. Я, значит, рисую, и мне там дают в комментах советы, и в конечном счете я какую-то картину нарисую и говорю, какой совет был использован. Говорю, вот коллективный разум помог. Я таким образом тренируюсь и тренирую, привлекая всех участников нашей школы, научиться вместе создавать, но имея общую задачу, как у Альтшулера, достойная цель. Достойная цель – ну вот я считаю, что достойная цель сейчас для любого человека, особенно изобретателя, особенно человека стремящегося, особенно к человеку молодого, для молодых людей, которые хотят мир перевернуть, открыть необычайные возможности, ну вот для молодых людей, чтобы они начали вот в этом коллективном творчестве, в коллективном разуме соединяться и начали соображать, как же противопоставить правильную защиту вот этой вот постоянно происходящемуся безобразию. Потому что... Ну, ты вот подскажи теперь, ты подскажи. Так, значит, мне не нравится мозговой штурм, потому что это метод пропащины. Так. Значит, некоторые наши руководители с эффектом показывают, что они бы решали проблему и использовали мозговой штурм. Значит, их мозговой штурм не привел к тому, чтобы они могли спрогнозировать взрывы газопроводов. Так. Значит, если использовать РИС, есть три диверсионный метод, так называемый. То есть, если спрогнозировать динамику развития, проанализировать динамику, можно было заранее спрогнозировать, что следующий ход, кстати, будет направлен на то, чтобы уничтожить этот газопровод. То есть этот прогноз можно было сделать до того, как это произошло. Но для этого нужно проанализировать закономерность. То есть одно, другое, третье. Сначала прикрыли, сначала запретили, создали условия, что запретили использование. Вот на этом этапе нужно было заявить, используя метод, диверсионный метод, что следующим ходом будет взрыв. Вот это можно было сделать заранее. Это прогноз. Понятно, то с методом проб и ошибок... Методом проб и ошибок, это методом прогноза, закономерности прогноза. Какие действия должны быть? Я понял. Лучше называть коллективный разум, чем вот этот вот мозговой штурм, потому что мозговой штурм – это метод проб и ошибок, с помощью которого невозможно прогнозировать. Так? Ну да, да, я согласен. Теперь я просто приведу примеры из другой области. Да. По поводу коллективного разума. Когда ты даешь ребенку одному вот ощутить эту самость, то есть я могу, там идет выплеск энергии. Это от одного. Да. Когда у тебя группа, там 10-20 человек, там идет такой выброс энергии, что они поднимают, они заряжают педагога.
То есть ответный. Ты даешь добро, получаешь 20-кратное добро, если 20 этих самых. Ну, синергетика получается. Синергетика, да, да. Вот это есть коллективный. Вот это и есть коллективный разум. Боже, потрясающий, потрясающий. Именно, именно. Я как раз это интуитивно имел в виду. Понимаешь, одно дело вот твои намерения, да, а другое дело, когда это будет объединено группой людей, направленной. Это. А сейчас все этого хотят, все хотят. Все хотят, но никто не делает. Хотеть-то мало, надо делать что-то. Поэтому мы сейчас, что мы? А мы давай начнем еще, знаешь, что? Как достучаться до ребенка? Вот ты посмотри, ты рассказал такую удивительнейшую вещь. А на самом деле вот евреи, например, и армяне, потому что у меня и там друзья есть, они как своих детей воспитывают? Они чаще их хвалят, чем ругают, и поэтому у них растет уверенность в себе. Но иногда бывает запредельно, понимаешь? Я вот знаю людей, которые уже до такой степени самоуверенны, беспричинно. То есть они еще результата никакого в жизни не получили, он же заведомо, он себе уверен. Но это же тоже нарушение компаса в жизни, правильно? Ну, в общем-то, да. То есть надо дальше играть в игру хорошо-плохо. Что в этом хорошего, что в этом плохого. Так, так, так. Проанализировать. То есть набрать бы как на весах и то, и другое. Так. Потом поиграть в игру наоборот. Это вот с малышами играешь. То есть функция какая? Какая обратная функция и так далее? Потом, значит, следующая игра фонтана, идут потоки. То есть, значит, бывает фонтан прямой, когда разбрызгивается что-то, и фонтан обратный, когда собирается. Так вот, эти фонтаны работают одновременно. Я сейчас приведу пример. Когда с детьми разбираем, это вне зависимости, какой возраст. Если рассматриваем, допустим, дерево, фонтан кроны, прямой, обратный разбрызгиваются ветки, листва, цветы, плоды и так далее. Да? Обратный фонтан, когда собирается это все. Одновременно происходит. Крона дышит, то есть выделяет кислород, углекислый газ. Это обратный процесс, причем он растянут во времени. Там темное время дня и так далее. То есть это непрерывный процесс взаимодействия. То же самое, допустим, если рассматривать ствол, то в стволе фонтан коры, фонтан колец. И так далее. Как каждый год новое кольцо образуется в стволе. То же самое это будем рассматривать. Обратно идет, ствол воспринимает все окружающее, насекомых привлекает и так далее. Это обратный фонтан, собирает себя. То же самое можно посмотреть с корневой системой. Разбрызгивает корни в землю, а вбирает из земли, так сказать, полезные вещества и так далее. Одновременно дает туда что-то и так далее. Вот, пожалуйста, анализ процесса. Получается, игра хорошо-плохо, качество сверяем, хорошо-плохо поиграться, чтобы видно было и положительные, и отрицательные стороны. Причем здесь нужно набрать как можно больше, как на весах, кто больше наберет. Ну, с ребятами, когда занимаешься, команда хорошистов, команда плохишей. Вот кто победит, кто больше приведет хорошего, то, ну, идет снег, да, что в этом хорошего, что в этом плохого. Слушай, сколько им лет в этот момент, скажи мне. А какая разница? Это детский сад, это взрослые. Это не играет роли. Но главное, чтобы они понимали, о чем речь идет. Если там дать систему, которую они не знают, там трудно играть хорошо. Слушай, скажи, пожалуйста, я себе просто представить не могу, Миша. Да. Как с 4-летними или 5-летними детьми можно что-то изобретать вместе? Вот как это? Как ты находишь с ними контакт? Вот это удивительно. Как ты это делаешь? Значит, слово «изобретать» оно избито, оно от взрослых. Значит, я понимаю, что происходит. Так. Понять происходящие процессы. Так. Ну, это что для детей, что для взрослых. Допустим, десятиклассница моя отвечает на вопрос, там спрашивает, что такое трис. Она говорит, мне можешь в двух словах объяснить, что такое трис? Ее спрашивает начальник цеха, который сидел за задним столом. Да. Вот, он мне говорит, я вот встречался со своей ученицей. Она говорит, мне легче жить. Я понимаю, что происходит вокруг, формулирую проблему и решаю, знаю, как ее решить. Так. Вот, пожалуйста. Что такое трис, да? То есть она так ответила, да? Ну да, вот она объяснила в двух словах, что это такое, что ей это дает. Ну, молодец. Мне легче жить, да? Ну, если рассматривать, допустим, элемент в тризе, там, схема талантового мышления, то отрабатываем
с ребятами, это старшеклассники, отрабатываем с ребятами, как повести экзаменатора за собой, не унижая его достоинства. Так. Отработано при поступлении в Ленинградский университет и при поступлении в Бауманку. Так. Вот если брать малышей, то как добиться чего-либо, что для этого нужно сделать и так далее. Ты можешь любого человека маленького возраста, ну, допустим, 4-летнего, при первой же встрече, вот, допустим, познакомился, ну, пришли к тебе гости, провели с малышом, просто гости пришли, или ты в гостях и увидел малыша. Ты можешь с ним, за сколько минут ты можешь с ним разговориться, чтобы наладить беседу? Ну, это просто интересно, мне как врачу, психологу просто интересно. Да. Ну, допустим, минуты две. Ты что? Ну, если он не напугает, если он контактный, потому что есть разные, которые за маму держатся, и посторонний человек, то есть нормальная реакция на постороннего. Да, так. Улыбка-то, ты разукрашивать можешь? Раскраски любишь? Давай возьмем, раскрасим математику. Так. Даю ему листочек, на котором, так сказать, поля, форма, основные понятия математики, форма, значит, число, направление и время, допустим, той математики, которая изучает. И вот раскраска дает, он разукрашивает, одновременно изучает это все. Слушай. Это составные части математики. Когда он это может быть разукрасить, может дорисовать, может найти в виде ядра, разные, так сказать, процессы. У меня второклассники придумали вот эту игру для освоения математики для 4-леток. 4-летка спокойно это делает. Только тут надо... Интересно. Чтобы он не торопился, чтобы не просто мазал, а аккуратненько, если кубик разукрашивать, чтобы аккуратненько, чтобы не вылезал за пределы. Тут, кстати, аккуратность. Работает сенсорика. То есть работает голова, одновременно мозги работают, одновременно, так сказать, сенсорика работает. Это все остается. В конце концов, у него единая картина математики как единого целого. Удивительно, слушай. Вот. Я думаю, кого нам не хватало в школе, человек будущего, homo futurus, это тебя. Потому что у нас очень много людей, и я все время стремлюсь, чтобы мы вышли на уровень такого отношения друг к другу, у нас человеческое отношение, потому что чем бы человек ни занимался, вот эта фрагментарность, один там штангист, другой таксист, третий министр, четвертый там шахматист. Ну, они все разобраны по своим профессиям, по религиям разобраны. Вот, но есть общечеловеческие, которые касаются каждого. Я на этом уровне выхожу со всеми на взаимосвязь. Там, в роликах некоторых я все время повторяю, что мы совместно люди из многих разных стран, независимо от национальной, религиозной принадлежности, независимо от профессии, создаем науку человечности. Не науку о человечности, а науку человечности. Определяем, что такое любовь, что такое сопереживание, что такое сотрудничество, что такое созидание. Говорим о том, что кто не созидает, тот разрушает, и так далее, и так далее, и так далее. И, к сожалению, поскольку я врач и психолог, и меня давно все знают, они меня знают как врача, и, к сожалению, когда я употребляю, что в этой школе мы учимся человечности, мы учимся и за счет того, как управлять своим состоянием, как использовать энергию стресса, энергию страха для решения нерешаемых вопросов, что имеет отношение к изобретательству, то при этом я, к сожалению, у нас все время сбивается внимание на лечение, на восстановление, потому что приходят не молодые, которых я жду, которые с амбицией развития там, а приходят бабушки, дедушки, которым ножку надо подлечить, пальчик восстановить, давление отрегулировать. Ну, я им всем помогаю. И мы все друг другу там помогаем, потому что наука человечности это и предполагает. Мы же люди, мы должны иметь
чувство сопереживания и помогать ближнему, любить ближнего. Мы, собственно говоря, это и делаем. Но вопрос в том, что вектор развития здесь получается восстановительный тех, которые уже пострадали. Мы их восстанавливаем. А развитие где? А вот развитие где? Вот теперь, оказывается, если ты включишься, найдешь время и желание, включишься в нашу школу, и несколько раз мы встретимся и поотвечаешь на вопросы, именно с детей начать, чтобы они начали развиваться, и мы могли понимать... Я тебе сейчас покажу примерчик. Есть в ТРИЗе, есть построение модели. Так. Значит, ну вот, модель взаимодействия. Значит, 5-й класс первой советской христианской школы, город Холмск, Сахалин. Так. Мы рисуем модель «Возлюби ближнего, как самого себя». Так. У нас есть я, есть ближний, есть Господь. Так вот, в зависимости, какую модель мы строим, треугольничек строим, получается, что правый уголок действует через верхний уголок на левый уголочек. Ну, представляем. Если поместим в левом углу, поместим себя, я, допустим, значит, с правой стороны у меня ближний. Вверху Господь. Получается, что ближний через Господа Бога воздействует на меня. Если переставили, то Господь через ближнего воздействует на меня. Переставили наоборот и так далее, в зависимости от того, как идет вот это взаимодействие, разные видения, то есть разное видение модели возлюби ближнего как самого себя. Дальше мы с ребятами обсуждаем, какая модель красивее в этом процессе. Это пятый класс. Значит, если рассматривать в иврите, иврит он функциональный язык, и в каждом слове в основном три согласных. В корне каждого слова три согласных. Так если смотреть, каждая буква – это цифра, каждая буква – это образ. Получается так, что мы берем три согласных, и одна согласная действует на другую через третью. То есть получается, один образ действует на другой через третий. Ну и сочетание это в одном случае три согласных читается как царь. Поменяли местами, получается пустота. Поменяли местами, получается дурак. Ну понятно. Так. Но это за счет того, что язык функциональный. Да. Язык функциональный. Учитель в переводе на русский язык дословно обучающий попадать в цель. Как? Обучающий попадать в цель. Так, очень здорово. Да. Вот это функциональность языка. Так. Ну вот моделька, дальше мы смотрим, что происходит. Вот я тут упомянул математику, то сейчас вернемся немножко к математике. Несколько слов. Значит, в математике речь идет о числе, речь идет о форме, я говорил, да, и о направлении. Ну и время там есть. Да. Математики. Ну, это в программе есть. В нашей математике нет времени. Вот. Теперь смотрите, что получается. Число для описания количества. Так. А кирпичиком числа является единичка. Значит, если рассматривать форму, то форма для описания пространства. Так. Кирпичиком формы является уголок. Причем уголок – это по определению 8-й класс геометрии. Это два луча, геометрическая фигура, два луча, исходящих из одной точки. Вот это нечто, значит, описывается в виде градусов. Градусов, чего измеряется? Значит, угол – это часть плоскости между двумя лучами. То есть другое видение, другое понимание. Потому что форма для описания плоскости. Если число для описания количества, то форма для описания плоскости. А направление, то, что не занимает, не называет физмат, не называет что такое, что, как составляющая математики, направление обозначается стрелочкой. А направление используется, туристы используют, ориентирование называется. Да. Направление для того, чтобы ориентироваться в пространстве. Теперь давайте посмотрим, что такое математика. Беру лучик, придаю ему направление, получаю уголок. Так. Беру число, беру попугая, иду вдоль удава. Получаю длину удава. Так. Ребята, чем вы будете заниматься дальше, если будете изучать математику?
Мы будем брать количество, ориентировать его в пространстве и описывать пространство. Вот вся математика. Ты посмотри, а? Слушай, ну чтобы то, что ты сейчас сказал, понять, надо уже мыслить тем языком, которым ты мыслишь. У меня есть такой афоризм: мы не живем в головах друг у друга. Давай мы несколько раз встретимся для того, чтобы ты прямо по кусочку разжевал нам всем вот это вот понимание вещей, чтобы мы могли быстрее, во-первых, создавать науку человечности, быстрее начали как международный общечеловеческий язык быстрее друг друга понимать, потому что я заметил, что у нас, даже когда люди комменты пишут, например, вопрос задают, они не слышат друг друга. Вот, например, мне пишет человек: как помочь ребенку лучше разговаривать, он заикается и не пишет. А ребенку сколько лет? 60 или 15, или 10, или 20, или 2. Может быть, этому ребенку уже 40 лет. То есть люди не слышат друг друга, потому что они, когда разговаривают с друг другом или переписываются с друг с другом, думают, что тот человек живет как бы его же опытом, его мыслями, все знает, как он, все понимает, как он, а он же не он. Я понимаю, значит, ответ на этот вопрос может быть такой: когда ты хочешь быть понятым собеседником, нужно определить, на каком уровне понимания он находится. Да. Этого вопроса. Да. И я это называю подняться до уровня собеседника, хотя может быть опускаться вниз, неважно. Да. Подняться. Да. Я сейчас объясню на примере. Когда вы разговариваете со специалистом по покрышкам у машин, да? Да. То с ним бесполезно разговаривать о системе транспорта. Он на другом уровне. То есть нужно подняться, опускаясь вниз на уровень покрышки. Он великолепный специалист, который отдал там 20-10 лет вот этим. Покрышка. Подняться до его уровня, значит, получить от него необходимую информацию и поблагодарить его. Если он готов подниматься вверх до уровня транспорта, поднимись. Если нет, оставь его в этом блаженном состоянии. Вот ты мне, Мишенька, помоги тогда в нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus, который создают из многих разных стран люди из Италии, из Греции, из Америки, там из Канады, там мы вместе создаем науку человечности. Вот ты нам помоги теперь, чтобы мы могли друг друга хотя бы понимать. Ну, например, чтобы мне, когда писали комменты, понимали, что я не живу в головах друг у друга, что надо написать, что истина, она в контексте, что надо хотя бы написать, когда меня спрашивают, как ребенку можете помочь лучше разговаривать, написали, которому 15 лет, который вот перестал заикаться, потому что он испугался, или потому что дядя тоже заикается, и у него от рождения, чтобы в контекст какой-то писали. Ну как же можно без контекста понимать, о чем речь идет? И мне приходится им задавать эти вопросы. Они потом мне отвечают. Потом я им задаю вопросы. Они мне потом отвечают. А время идет. Вот чтобы люди это на автомате понимали, потому что люди же культурные, образованные. Этому же в школе не учат, в обычной. В обычной школе нас никогда не учили, что мы не живем в головах друг у друга. В обычной школе нас никогда не учили создавать. Нас учили всегда подражать, повторять. Повторение – мать учения. Нас не учили работать с неопределенностью. Когда человек столкнулся с новизной неизвестности, он растерялся, потому что там шаблонное мышление не работает. Его не учат этому, его не учат видеть проблему и анализировать ее. Я сейчас приведу пример. Да. Допустим, в основе русского языка лежит слово. Да. В основе английского, французского лежит фраза. И если этого не понимать, мы никогда не будем на русском языке говорить по-русски. Ой, объясни, это очень интересно. А на французском говорить по-французски, допустим, или по-английски. Объясни, это очень интересно. Вот если этого не понимать, то смотрите, у французов в основе слова. У французов есть еще один нюанс, если посмотреть. Там получается во французском языке ударение делается на последнюю гласную последнего слова в предложении. Так. Вот, для этого надо набрать полную грудь, и когда читаешь предложение, то в конце ударить нужно. Так. Поэтому французы говорят быстрее.
и мыслят быстрее. Не потому, что они такие умные, это специфика О, языка, нюансы как языка. интересно, ты молодец какой, а? Вот, Так. поэтому, а чтобы быстро говорить, лучше петь вообще. Поэтому французский язык певучий. Потому Так. что нужно ударять, так сказать, каждый раз. Если рассматривать русский язык, то в основе русского языка лежит слово. Слово, так. Почему это? Потому что слово свободно в предложении, оно может находиться где угодно. Во французском и английском нет такого, там структура фразы идет. А Так. теперь, если посмотрим слово, то нужно его почувствовать и понять. Слово состоит из приставочки, корня, суффикса, окончания. Дальше работаешь с детьми, работаешь с педагогами, работаешь. Значит, ну без корня смысла нету никакого. Убрали корень, нет смысла. Значит, какое смысловое значение суффикса? И тут еще говорят, суффикс для увеличения, уменьшения, устрашения и ласкательное, устрашающее. Значит, какой смысл окончания? То есть мы с детьми разбираем смысл окончания число и род, а вообще окончание нужно для того, чтобы увязывать слова в предложении. Поэтому, значит, существительному и прилагательному делать нечего, как меняться, менять окончание. Оно обязано это делать, иначе не будет связи слов в предложении. А вот приставка, учителя начальных классов, смысловое значение приставки. Тяжелый вопрос. Значит, я говорю, вы чего изучаете в русском языке? Звонкие гласные, в смысле согласные, глухие согласные, два «н» суффикс «ен», «жиши» через «и». Вы чего учите-то? Значит, к пятому классу вы доходите до русского языка, у ребенка интерес уже пропал на этих «жиши» и прочее. Он не чувствует языка. А приставка для того, чтобы указывать принадлежность и направление. Если посмотреть глаголы, то у меня внучки 2,5 года, говорящие на 3 языках. Вот представьте, что моя голова – это гора. Значит, глагол «шел». Пошел, пришел, зашел, сошел, перешел. Туда пошел, обошел, значит, вышел, прошел, вышел, ушел и так далее. Вот, вот игра с приставочками. То есть надо ребенку дать наиграться в это. И тогда у него будет другое видение и понимание богатства слова. А скажи, вот то, что говорят, русский язык самый такой выразительный, с помощью которого можно 1 000 000 интонаций. Это правда или это мы так говорим? Мы так любим говорить, потому что это правда, потому что там помимо интонации идет еще, ну это через интонацию, идет разное понимание слова. А какой язык самый такой взаимопонимаемый? То есть, допустим, китайский, английский, немецкий, французский, ну как, какой, на котором легче люди друг друга понимают и могут договариваться и понимать, люди что понимают, они... Люди понимают друг друга, если они разговаривают на одном языке, они понимают этот язык. Ну да, но какой язык позволяет им понимать? Каждый язык, если ты его знаешь, если ты выстраиваешь всю структуру, видишь и понимаешь это. Тут есть момент. Ты сказал французский, например, он потому певучий, а потому что он позволяет целыми фразами мыслить и делать ударение. Он вынуждает, не то, что позволяет, он вынуждает это делать, потому что ударить надо в конце, ударение сделать надо. Да, то есть он мыслит фразами. Вот, например, Станиславский учил пошагово актеров, а Демидов учил целыми эпизодами. И вот между ними все время была такая полемика. Потом Станиславский все-таки пришел к пониманию, что Демидов был прав, что не по кусочку надо учить, а потом складывать в качество, а именно сразу прорабатывать эпизодами большими. Ну, это интересно. Я сейчас приведу пример, это называется талантливое мышление. Когда ты видишь систему, из чего она состоит и частью чего является. Видишь это как единое целое. Да. Я сейчас приведу пример. Когда физмат, 10 класс, просишь, объясните, пожалуйста, что такое физика. Да. Ну, различные физические явления, не более того.
А вообще физика изучает, если брать учебник 8 класса Пёрышкина, по которому мы с тобой учились, и сейчас учатся по нему. Значит, физика изучает физические явления, это 70% текста, если брать учебник. Текста, да? Да. Значит, 27% это процессы, так. И только 3% энергии, то есть нет видения, понимания физики. Самой физики выпадает. Нет, все на уровне подсистемки, на уровне явлений, а их очень много. Значит, а если выстраивать структуру, то физика изучает физические явления, проявляющиеся в процессах, отражающие энергетическое состояние. То есть прошлись как единое целое. Вот это физика называется. Или идем сверху вниз, физика описывает энергетическое состояние, отраженное процессах с помощью физических явлений. Слушай, энергетическое состояние, энергия, что такое? А энергия, теперь смотри, сейчас физика для трехлеток. Да. Как мы в школе учили физики? Мы брали механику, полгода изучали механику, дальше забудьте про механику, пошел раздел теплота. Долбим мы эту теплоту до дурения. Да. Потом пошло электричество. Забудьте про механику, забудьте про теплоту, пошло электричество. Да. Ну и все. В результате физику не понимаем и не знаем. Мало у кого физика любит. Энергия, что это? Это разные формы одного и того же, да? Сейчас покажу, чтобы было понятно. Физика для трехлеток. Рисуем горку, раздел механика. Рисуем горку. Ты стоишь внизу горки, а там шарик наверху горки. Ну, образная картинка, представили, да? Шарик на вершине горки, а ты стоишь внизу. Значит, какой шарик ударит тебя больнее? Тот, который тяжелее, тот, который больше. Так. Клетки. Так. А какой должна быть горка, чтобы тебя ударили больнее? Так. Крутая или пологая одинаково ударит, только по времени разное. Чем выше горка, тем ударит больнее. Так. Как описывается энергия? Трехлетки не знают об этом, неважно. Значит, мы берем, энергия описывается в механике, удельная механическая, умножаем на объем, получаем механическую характеристику шарика, умножаем на разницу высот, на дельта H. Забудьте про механику, берем теплоту, берешь его за руку, так сказать, у кого горячее, у тебя, если у меня горячее, значит, тепло идет от меня к тебе, то есть разница дельта, если в механике дельта высот, то в теплоте дельта температуры. Так как я больше, меня больше, то тепла от меня придет тебе больше. Если наоборот, то от тебя придет меньше, потому что ты сам меньше. То есть удельная тепловая, так называется теплоемкость, умножаем на объем, получается количество теплоты в тебе, во мне, и на разницу температур. Вот энергия в разделе теплота. Берем электричество. Энергия как определяется вообще? Это потенциальная работа или что? Ну, работа. Ну ему какая разница, он все понимает, шарик за руку взял, пошло тепло. Вот это и есть энергия. Когда а работа что такое? Вот потенциальная работа, вот чтобы энергии, чтобы дойти до сути. Вот работа что такое? Работа – это проявление физического эффекта в определенном процессе. Вот что такое работа. Шарик покатился, происходит работа, процесс происходит, изменение положения. Потенциальная энергия, кинетическая энергия. Возьмем электричество. Так. Забудьте про то, значит, электричество берем. У нас есть розеточка, написано 220. Да. Это что значит? Там в одной дырочке, значит, 220, а в другой 0. Так. И если мы закоротили это, ну не пальцем, соответственно, а включили какой-то прибор, то замкнули цепочку. Происходит выравнивание вот этого дельта напряжения. Так. Значит, шарик имеет определенный удельный единица шарика по объему. Умножаем на объем, получаем заряд шарика. Так. Удельное электрическое шарик умножаем на объем, получаем заряд и на разницу потенциала. Вот, пожалуйста, энергия в электричестве. Вот вся физика. Это тебе, а вот мне вот настолько это далеко, слушай. Я понимаю, когда далеко. Пальцы засунешь. Я тебя взял за руку, это далеко для понимания? Нет, вот я тебе сейчас объясню, в чем дело. Да, я прошу прощения. Может, я... Сейчас, извини, Мишенька, сейчас я скажу. Я никогда не мог любить иностранный язык никакой. Мне было так неохота этим немецким языком в школе заниматься. Мне так было неохота в институте немецким языком
Ну, ты представляешь, я поэтому до сих пор не знаю языка иностранного. Ну, многое потерял, конечно, потому что я мог бы там самое там мной манипулировать бы могли меньше и понятно, и общаться бы с большим количеством людей. Я тебе объясню, Потому что чего. мне было неинтересно, у меня мозг. А преподаватель не показал тебе язык, не показал прелесть языка. Вот я Да, на да, примере да, русского да, да, языка. да, 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 На да. Вот примере это. русского языка, когда ты будешь разбирать так слово, ты получишь удовольствие от общения с ним, понимаешь? То есть мы сейчас Пример приведи. Вот как он мог мне дать удовольствие, если я органически не хочу тратить время на то, что мне неинтересно, потому что мне все время мысли в голове интересные, такие, мне хочется над них подумать. Я сплю ночью и просыпаюсь утром, и все время размышляю, как устроен человек, как устроен мир. А в это время мне надо идти изучать язык. Ну, а мне неохота, потому что у меня генерация все время происходит. Вот сейчас столько лет прошло, я делюсь своими мыслями, и эти мысли кому-то интересны. То есть что мне надо было? Тратить время на изучение языка или продолжать быть собой, генерировать самоосознание, самопонимание, самоформулирование, самоопределение, самоотождествление, определять в понятиях, как Кришнамурти говорит. Вот эта революция психологическая в человеке происходит. Я вот всем рекомендую Кришнамурти послушать несколько лекций. Удивительный человек, это просто потрясающе. Точно так же, как ой, много там очень интересных людей. И там и этот самый Шри Аурбинду, который говорил о новом человеке. И потом там этот самый, ну кто это с такими усами, такими вот у нас мужик был. Ой, забываю. Мюнхгаузен, ну. Не, не Мюнхгаузен, не Мюнхгаузен. Нет, который вообще Запад с Востоком познакомил. Сын грека и армянки, который, как же, да елки, ну как же вылетело из головы. Ну ладно, сейчас помню. Я просто о чем говорю. Обратить внимание человека на что-то сегодня, тем более его заинтересовать чем-то, очень сложно. А это было и всегда. Потому что меня, чтобы заинтересовать, изучать иностранный язык, ты абсолютно прав. Он мне не показал прелесть этого языка. Он мне не открыл там что-то такое. А мне казалось, ну, учат просто переводить. Я думаю, зачем мне его учить, когда у меня могут быть переводчики. Так и было в жизни. Я приезжал в какую-то страну, у меня были переводчики, вот и все дела. А я просто не понимал, что когда человек переводит, он же переводит в своем духе настроения. И у меня в группе, например, я смотрю, один переводчик переводит так, что все сидят расслабленные, другой переводчик переводит так, что все летают. А я потом спросил, в чем дело. Оказывается, он, когда я ему говорю, вы чувствуете состояние полета, он переводит, вам становится легче. Ну, то есть по-разному переводят. Вот если бы я знал язык, я бы сам бил, я бы, конечно, больше эффекта достиг. То есть там есть преимущества, и в то же самое время. Ну вот скажи, как бы ты мог посоветовать педагогу заинтересовать детей изучением иностранного языка? Показать красоту этого языка, дать почувствовать ребенку язык, и чем он отличается иностранный от моего языка. То есть надо понять свой язык. Надо понять, если ты не понимаешь свой язык, то на кой тебе иностранный? Понимаешь свой язык, потом берешь иностранный и сопоставляешь, в чем сходство, в чем разница, в чем особенность. А дальше вот благодаря этой особенности нужно почувствовать вкус того языка и вкус этого языка, получить удовольствие после вкусия при общении. А скажи, пожалуйста, Мишенька, вот смотри, вот английский язык, допустим. Вот на английском языке можно красоту поэтическую выразить? Я не знаю английского, я французский изучал. Ну давай на французском. На французском можно красоту поэтическую выразить? И вот поэты французские могли быть такими же необыкновенными, великими, прекрасными, как наш Пушкин, который говорил на русском.
Или они все-таки какие-то укороченные, усеченные, какие-то вот... Но это разные языки абсолютно. Но Значит, я идет поэтому... занятие второй класс, у меня шабутной класс, трудно успокоить. Ну, дети есть дети, каждый по-своему. Мне трудно их собрать. Значит, я беру своего колопа книжку, вот, значит, то, что я тебе прислал, последнее 17-е издание. Беру колобка так, я говорю, у меня стула нет. Михаил, ну, сейчас мы принесем. Я говорю, не надо. Я 45 минут стою у доски, постоите, и вы тоже. Встали, взяли книжку перед собой. Я говорю, Пушкин вообще учил и писал стоя. Ну да, да, да. Вы говорите, у меня Пушкин. Значит, позвоночник. Дальше мы открываем книгу, открываем страницу. Они мне анализируют рисунки в книжке. То есть тут не отвлечешься ни на кого. Значит, 30 минут они у меня стоят, и мы постранично разбираем, что художник изобразил в этой книжке. Так. Показываем мультики и так далее. Потом кто-то устал, можно сесть? Я говорю, можно. Только при условии, как только отвлечешься, так встаешь. Сам договорились? Только чтобы не обижаться. Сел, так. Опять расслабился, опять отвлекается. Так, подъем, встал. И вот они у меня встают, сидят, встают и так далее. Отсосвался я на Пушкина. Теперь они на всю жизнь запомнят этого Пушкина, который писал и читал стоя. Ты посмотри, какой молодец. Слушай, я тебе так благодарен, что ты моему Максику подарил книжку про Колобка. И Гретка, моя внучка, так благодарна тебе, просила тебе эту благодарность передать. Гретка, моя внучка, а Максим мой правнук, ему как раз 4 года. И вот сейчас она будет Колобка твоего. Потрясающе. Слушай, скажи, пожалуйста, вот сейчас я попрошу всех, чтобы они комменты писали. Конечно, кому-то захочется с тобой ближе познакомиться и про твоего Колобка узнать. Скажи, вот где ты работаешь, скажи, чем ты занимаешься, ну, в двух словах, чтобы люди понимали, кто мой великий друг. Да. Так, ну я сейчас пенсионер. Так. Значит, родился я в Ленинграде. 3 года меня увезли. Отец военный был, увезли. Самый большой курильский остров, это Труп называется. Это анекдот по этому тему, по этому поводу рассказываю, как евреи захватили Советский Союз. Большущий Советский Союз, самый большой курильский остров, это Труп называется. 2 офицера советской армии по вертушке телефоны разговаривают на идиш. Так. Значит, один из них мой отец. Молодец. Так, молодец. Так. Вот, значит, 3 года меня увезли туда, привезли меня обратно в 4-м классе. Так. В центр цивилизации, в Ленинград. У меня ощущение было, что я попал в зверинец вообще. Так. Потому что у нас было, если человек сказал слово, он обязательно делает. Оказывается, ничего не значит. В центре цивилизации можно ляпать все, что угодно, и никакой ответственности. Чем больше город, тем больше вот этого, да. Ну да. Значит, в данном случае я стал посмешищем в классе. Надо мной смеялись. То есть нужно было решить проблему, как не смея. Меня никто не обижал, никто не бил. Жаловаться кому? О чем жаловаться? Тебя никто не трогает. То есть нужно было решать задачу, способ защиты. В 4-м классе я изобрел 3-й по счету способ защиты. Есть способ защиты, когда ставится заслон, или механический, или энергетический. Ну, энергетический, допустим, ну, определенное поле. Допустим, да? 2-й способ – это рикошет. То есть, ну, в ушу есть упражнение, когда сопровождение удара по носу. Идет удар по носу, поворот головы, без касания. Поворот головы, носа, поворот головы, потом наклон плеча, потом наклон туловища и пяткой левой ноги, сопровождаешь удар, усиливаешь удар в пустоту. У противника перелом. Да. Там, что, я понимаю, не все владеют ушу, но чтобы ощутить, когда мы спускаемся по лестнице, да, то, ну, ноги привыкают к определенной высоте. Теперь представьте, что ступенька выше на несколько сантиметров. То есть вы попадаете в пустоту и падаете с лестницы за счет того, что высота разная. Да. Значит, 3-й способ защиты. Нужно, если со всех сторон идет негатив и не хватает энергии, чтобы защититься, нужно произвести резкое сжатие и уйти во времени и в пространстве. Да. Так, а теперь привожу пример. Значит, я
перестал давать о себе информацию. То есть я общался со сверстниками, одноклассниками. Здрасте, до свидания. То есть не зацепиться для смеха. Значит, а общий язык нашел во дворе с ребятами 8-9 класс. Такую мелизгу вообще не подпускали к себе. Но им было интересно со мной, а мне интересно с ними. Я познавал мир потихонечку общения. Значит, а кто им мог рассказать, как разделывают китов? Кто им мог рассказать, как разделывают крабов? Не в баночке, а как хозяйка с телеги берет краба 1,5 метра, тащит его по земле, ловит, заходит во двор, наступает на панцирь и выдирает, ноги выдирает клещи, кладет это самое, ведро варится, это все, потом ножницами разрезается. Вот это внутри находится в баночке. Кто мог ребятам рассказать, как ловят икру? Не в банке икру красную. А когда идешь с мамой, с очком идешь, когда горбуша идет метать икру, дна не видно. Значит, с очком зацепил икру в ведро, а рыбу в воду. Приходишь домой, мама ставит 3-литровочку, значит, посолит, и 30 минут она промывает, 30 минут надо подождать. Потом берешь ломтик хлеба и 3-литровку ложечкой с ломтиком хлеба приговариваешь. Если икра осталась, она подсыхает, она идет на корм скотине. И когда меня привезли в Ленинград, то приходим в гости к родственникам, там на очередные праздники, мне дают бутерброд с икрой, говорят, это полезно и прочее. Я говорю, нет. Мне говорят, там витамины и так далее. Нет, я говорю, мы такое не едим, мы такое выбрасываем. То есть, если икра подвялилась... Ну да, настоящая, да. Сверстникам было интересно со мной, не сверстникам, а вот 8-9 класс. То есть я ушел в пространство. Да, теперь получилось так, что сверстники стали ко мне приходить по одному, со своими проблемами. Смеяться нельзя, к тебе человек с проблемой пришел. Да. Если можешь, помоги, ну, объяснить. Если не можешь, он уже благодарен, что ты его выслушал. Он тебе благодарен, потому что есть вопросы, которые... другие будут смеяться, со взрослыми не выяснить и так далее. То есть потихонечку вычленялось из класса одна-два человечка. У меня появилась группа одна мысленников, которые мыслят один, и смеха никакого нет. То есть еще раз, защита. Если со всех сторон вредное воздействие, резкое сжатие и уйти в другую плоскость. Вот третий способ защиты, который я изобрел в 4 классе на собственной шкуре. Потрясающе, потрясающе. Слушай, я так благодарен нашему Виссариону, тоже тризовец наш. Да, я теперь тоже считаю, что я тризовец, потому что Виссарион сказал, что я мыслю как тризовец, и ты сказал, что я мыслю как тризовец. Так у Альтшулера великого было такое понятие, как достойная цель. Я полагаю, что нам всем надо собираться для того, чтобы вот эта достойная цель, как сохранить разум и мир на планете, как противостоять, вот эту защиту создать против вот этого безобразия, которое происходит. Оно происходит только потому, что люди разъединены, потому что они забыли, что надо все-таки развиваться. Поэтому у нас и школа «Человек будущего Homo Futurus». С какими качествами и способностями человек будет обладать через 1000 лет в тренде развития эволюционном? Не в плане космических кораблей, а вообще как человек. Потому что человек имеет свои общечеловеческие, когда так называемые, ценности. Любовь, сопереживание, созидание, сотрудничество, чувство бесценности живого. Я еще раз повторюсь. И самое важное – определять эти понятия как научные понятия, потому что, оказывается, люди все понимают по-разному. Вот такое разночтение одного и того же. Чтобы не было разночтения, нужно посмотреть жизненную стратегию творческой личности. Это то, над чем потом Альтшулер начал работать. То есть, да. Творческая личность, у нее должна быть достойная цель. Да, значит, жизненная, еще раз, планы по достижению этой цели, да. Результативность, не просто так, да. И умение держать удар. Название скажи, пожалуйста, еще раз. Чего? Жизненная стратегия творческой личности. Да, Альтшулера. Альтшулера. Да, вот это направление. Да, друзья, пожалуйста, все посмотрите. И о достойной цели тоже посмотрите. Я предлагаю всем сейчас, чтобы мы вокруг этого
понимания достойной цели сплотились, чтобы на самом деле сохранить жизнь на планете в разумном виде, как говорится. Потому что человек – это homo sapiens, человек разумный. Да, можно еще слово, пока ты не завершил? Да, значит, давай. Вот привезли меня сюда в 4 классе, дальше закончил школу здесь. Я учился в 7 школах Советского Союза. Значит, у меня были проблемы в каждой школе. Я приходил, я не воспринимал образ педагога нового. У меня оставался образ предыдущего. Получал кучу двоек. Когда репетиторов не было, тогда оставляли после уроков. И вот у меня, когда контакт был с учителем, то я, наконец, начинал ее ощущать и понимать начинал то, о чем она говорит. Пример приведу. Значит, геометрия. Две параллельные и секущие. Углы между ними, ну, полный дуб. 5 двоек подряд, ну, не понимая этого угла. Она меня оставила после уроков. Я увидел угол. Я ощутил угол, я увидел угол. Я не помню, что она меня давала. Я увидел эти накрест лежащие и прочие, это, смежные углы и прочее. Геометрия – любимый предмет. Я почувствовал этот уголок. Нет, подожди, подожди. Она тебя оставила после уроков. Что занималась? Я не помню, что она мне объясняла. Но я угол увидел, наконец. То есть произошел контакт, и я стал воспринимать педагога. Она нашла язык, как с тобой разговаривать, да? Да, ну я ее, одно дело разговаривать с классом, другое дело с двоечником. Понятно, понятно. Если ты хочешь понять его. Ну, понятно, да. Довести до него, до его... Дошло, то есть до меня дошло. Дальше любимый предмет. Конечно, конечно, конечно. Это вот я привел этот пример. Дальше учился я в ЛТИ, Ленинградский эстрадно-театральный институт. Вообще это Ленинградский летотехнический институт. У него было два названия, потому что в 1972 году, когда заканчивал, куча вышла электриков, режиссеры, барды, композиторы, там, и кого там только не было, только не электрик. То есть это театральный был институт или какой? Другой перевод ЛТИ, Ленинградский электротехнический институт, а другой перевод был Ленинградский эстрадно-театральный институт. Перевод в каком смысле? Между собойчики такой перевод или вообще официальный перевод? Не, официальный перевод электротехнический. Но в народе то мы себя называем... Ну, я теперь понял, да, теперь понял. Да. Вот. Ну, значит, 30 лет я уехал на 3 года в Норильск. Был в командировке, понравилось, интересно. Мне взяли на новый завод, который строился. Этот начальник проектно-конструкционного отдела сказал, вот все, что по проводам твое, а железки это мои, я механик. Значит, ну, на 3 года поехал, 43 года прошло. Там я познакомился с ТРИС и так далее. Вот сейчас, год тому назад, вернулся в Ленинград и пришел опять где там. Значит, в 80-м году знакомился с ТРИС, в 82-м лично знакомился с Альтшулером. В 82-м за руку привели к школьникам. Я сказал, я не знаю, что вам рассказывать, что рассказываю инженерам, буду рассказывать вам. И с 87-го года впервые в стране я начал регулярно заниматься с дошколятами. Вот после того, как я тебе рассказал, как я познакомился с главным ресурсом МУЦИ. В настоящее время я вернулся сюда, домой, в Ленинград, в свою квартиру, в которой я родился. В данный момент преподаю в гимназии с 1 по 5 класс. Преподаю тот самый любимый три. Слушай, как это интересно. Ты детям преподаешь ТРИС? В гимназии преподаю. А гимназии там возраст какой? С 1 по 5 класс. И дошколята. В этом году нет дошколята. И дошколята там были. Ну, то есть ты им ТРИС преподаешь. Теорию разработки изобретательских задач. Развитие. Теория решения изобретательских задач. Ой-ой-ой. Слушай, ты хорошую фразу сказал, что об изобретателях люди думают по старому термину не совсем правильно, что изобретатели, они думают, что это кто. А на самом деле, я, например, считаю, что даже женщина, которая думает о том, как купить ребенку ползунки в какой-то момент, в этой неопределенности, когда не знает, когда в магазине их нет в этот момент, допустим, она изобретает. Или это не так? Это так, с точки зрения изобретения. Но то же самое, она приучена работать по рецепту. То есть она готовит пищу по рецепту. Правильно, то есть школа существующая и во всем мире так. Она училась,
наша. Она училась, ее приучили работать по алгоритму. По шаблонам, по стереотипам, по повторению, да, а не по созданию. Да. Поэтому она создает, она при этом, работая по алгоритму, она вкладывает душу, потому что у тебя на бумажке один рецепт, он одинаковый, а у каждой хозяйки получается своя каша. Вот здесь главное, мы пришли сейчас к главному. То есть, когда человек учился по алгоритму, по шаблонам, по стереотипам, но вкладывает душу, то есть, когда целостно подходит к вопросу, то у него происходит согласование всех систем. Да, именно согласование, то есть соединение. Соединение. Как целый организм, понимаешь? Да, вот это. А для того, чтобы происходило такое согласование, мы, например, рассказываем, как переходить в состояние нуля, освобождаясь от стресса, доминанты, выходить на ноль безмятежности и оттуда переходить. То есть убираешь конфликт, ты убираешь конфликт, убираешь противоречие. Отлично. Убрал конфликт, ты кайфуешь, понимаешь? Получается, что автор Триза Альтшулер, и я, например, ну, в частности, к примеру, шли по одной и той же... Так мы многие ходим одними и тем же тропами, только по-разному называем. Да, только по-разному называем. Да. Поэтому мы создаем науку человечности, чтобы мы все научились понимать друг друга. И это будет общечеловеческий язык. Да, общечеловеческий язык, который сохранит разум на планете. Именно потому, что все люди понимают друг друга по-разному, этим пользуются некоторые такие цинники, которые как раз-таки занимаются тем, что нами манипулируют. Да. Спасибо тебе большое. Я надеюсь на следующую встречу, что она, как говорится, не загадает. Можно приведу пример? Значит, вот если рассматривать, то идет, смотри. Кто-то держит сторону Украины, кто-то держит сторону России и так далее, но никто не поднимается выше. Идет мировая война, идет в мозгах. Да. Отражается это на тех и других, страдают и те, и другие. Конечно, потому что и те, и другие, они находятся... Они как пешки участвуют в этом процессе, который руководится свыше. Да, а свыше получается руководиться, потому что мы все люди друг друга не понимаем. Вот оно оттуда идет, на разных языках разговариваем. Поэтому и происходит, да, вот такая история. И тут на самом деле никто, ни Зеленский, ни Путин, никто, как говорится, не самодостаточен они в этом. Они участвуют в этом процессе. Они невольные участники. Да, вот этого процесса. Вот этой глобальной игры. Глобальной игры, значит, война мозгов, понимаешь? Война мозгов. О чем говорил Кришнамурти, о чем говорили многие, что все внутри нас есть. И Христос говорил, Царство Божие внутри вас есть. Да, так и об этом все говорят, что, в принципе, от нас все зависит. Все внутри наших голов. Потому что мы не целостны, потому что у нас ум и сердце очень часто в конфликте находятся. Потому что ты умом понимаешь, что вот так надо сделать, а сердце тебе говорит, нет, лучше так не делай. И кого послушать в этот момент? Ну, вот тут такой вопрос. И поэтому мы обучаемся выходу на ноль, освобождению от стереотипов, зажимов, на безмятежность, чтобы человек мог подумать свободно. Почувствовать себя, ощутить себя. Ощутить целостность, да. Стать здоровее и решить вопрос, который раньше решить не мог. Мы все это умеем делать, просто не обращали на это внимания. А Трис учит. Делать это осознанно, и метод ключ то же самое, только другими словами. Другими словами, процесс один. Одно и то же у всех мы одинаковые. Мы все одинаковые, давайте, друзья, не позволять, чтобы нас вот так разделяли. Да, до встречи. Спасибо тебе. Спасибо большое. Спасибо, обнимаю. Всем привет, спасибо, да. Рад вас. Да. Рад буду вас увидеть. Слышать не смогу, попозже. До встречи. Доброго, здоровья всем. Спасибо. Очень полезно для всех будет, я абсолютно уверен.
Спасибо, Мишенька, спасибо тебе. Всего хорошего.